Всем привет! С вами канал Стофити, и я ваш любимый Санечка. Мы вновь выехали на озеро Портяное. После работы выехали в 4:30 вечера. Вот, и сейчас вот ловим. Смотрите, покуда не закинул. Сейчас попробую провести прямо рядом с берегом. И что-то должно у меня влупить. Поймали уже где-то по 3 штучки окушка. И Калюнька вытащил одну щучку. Вот. Сразу снимать не... Опа, 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 оп, видите, да? Ах ты, и сорвался, зараза. Окуня, вы знаете, здесь всегда хорошие. Погода сегодня тоже хорошая. Сегодня у нас... сколько там? 16 градусов тепла и ветер 4 метра в секунду. Северо-запад. Видите, такой вот где-то грамм на 150, наверное. Ну, плыви, дорогой. Позови бабушку, дедушку, да? И всех своих собратьев. Больших-больших. Вот он, родной. Видите, да, гонится за блесной. Но не поймался. Сейчас попробуем еще раз его. Опа, 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 опа. Видите, видите, какой? О, о, какие лапки. О, вот это окунь. Просто около бережка провел. И он сидит. Вот это вот окуняра. Видите, да, какой? О, вот это вот, да. Ну, честно говорю, таких приятно ловить. Очень приятно. А сильные какие, зараза. Не боюсь, потому что глубоко сидит он. Видите же, где у него. Сейчас будем ему делать харакири. Опа. Вот это вот окуняра. Так, окуняра. Всем окунярам окуняр. Я ловлю сегодня вот на эту вот блесенку, потому как уже вечер. Вот Blue Fox, четверочка, зелено-желто-ядовитая. А Калюнька ловит у нас сегодня на воблер. Он в тот раз, когда рыбачил, на этот воблер хорошо щучек подергал. Смотрите, какая маленькая-маленькая щучка. Опа, молодец. Сегодня мы будем рыбачить норму, как всегда. У Калюньки норма 15 штук, а у меня норма 5 штук. Я ему говорю, сейчас я... То есть ты лови 10, и я ловлю 10, в случае чего я тебе 5 штук отдам. Он мне говорит, фигушки, говорит, когда я еще порыбачу. Он же завтра... Опа! Смотрите, какой окунявый, смотрите. Вот это крокодил. Смотрите, какой. Смотрите. Вот он. Вот он, видите, какой. О! Килограммовый. Вот это вот окунь так окунь, да? Таких вот, конечно, ловить самый кайф, видите, да? А какие они жирные, когда чистишь их, как говорится, аж из задницы капает. Самого большого здесь окуня вытащила Мариха на 200 кило. А самый большой окунь, выловленный здесь вот на севере, у нас у Стофити, вот, это у Ольги на озере Свинцовом, она вытащила окуня на 400 кило. Я уже норму свою сделал, уже 5 штук поймал. Вот, мне уже можно ехать домой. Вот, а Калюньке еще 10 штук ловить, да, Калюнь? У тебя уже 5? Поэтому будем помогать Калюньке. Он говорит, не помогай, а я буду помогать. Чё ж мне, просто так, что ли, здесь ходить?
И колюнька тащит. О, колюнька еще одного тащит. О, вот это лапать уже так лапать. Хороший. О, какой. О, вот это вот окуняра, так окуняра. Говорю вам серьезно, вот 10 штучек, килограмм 7-8 точно есть. Опа, опа, ой, 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 ой. Вот он родной. И у меня ушел, и у меня ушел, зараза. Закидываем недалеко. Где-то от силы метров 10-15. Далеко не нужно. Он весь около берега. Вот он родной. Ну тебе-то конечно. Тоже пожрать надо, да? Схватить. Ой, чуть-чуть оторвется. Опа, опа, сейчас бы ушел бы у меня этот окунь. Висел на одной волосинке. И колюнька тут же, как говорится, не отстает. Что, посмотрим, если поблизости еще один такой же. Может, их двое было здесь. Оп, 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 оп. Видите, вот они. Они все рядышком. Они все рядышком. Здесь на севере, вот я вам говорю, не нужно так как на средней полосе там сидеть тихо, не дай бог камышек там всплеснется или еще что-нибудь. Нам этого не нужно. Мы можем вот прямо так вот бить по воде. Смотрите, вот я бью, пофиг. Вот смотрите, наоборот, она будет только приманиваться. А вот теперь беру, недалеко закидываю. И теперь смотрите. Опа, 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 опа. Иди сюда, мой сладкий перец. Хоть что угодно можете делать на воде. Большой. Он все равно будет клевать. Он не боится здесь. Большой. Здесь рыба такая, что не испугливых. Все, крайний заброс. Будь что будет. Посмотрим. Опа. Вот он, видите? Красавец. Не заставил себя ждать. Смотрите канал Стофити. Ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте. С вами был ваш любимый Санечка. Пока!